Всем привет! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Козляев, и сегодня на вебинаре мы с вами говорим о стрессе, о синдроме хронической усталости, об эмоциональном выгорании и о том, как с этим состоянием можно справиться с помощью биокомплекса Fort Life. Понятие стресса было введено в 1936 году известным чешским физиологом ученым Гансом Селье и переводится это понятие как давление, как напряжение и уже практически 100 лет мы изучаем явление стресса и пытаемся с ним бороться. А в 90-х годах 20 -го века появилось понятие стресс-менеджмент. Это направление, которое изучает стресс и возможности э, минимизировать воздействие этого явления на наш организм, на наше самочувствие. То есть это направление, которое помогает нам с вами справиться с физическими, психологическими перегрузками, которые вызывают стресс. И, конечно же, избавиться от стресса невозможно. Когда мы слышим советы, не надо стрессовать или поменьше волнуйтесь, избавьтесь от стресса. Становится смешно, потому что полностью избавиться от стресса невозможно. Но в наших с вами силах минимизировать его воздействие. Стресс-менеджмент ⁇ это такое направление, которое позволяет нам грамотно управлять своими эмоциями, своим состоянием, своим самочувствием в те периоды, когда мы подвергаемся каким-то стрессовым воздействиям. И сегодня в период коронавирусной инфекции, я надеюсь, которую мы в ближайшем будущем победим, нам важно будет вспомнить вот о чем. Дело в том, что по мнению многих специалистов, врачей, физиологов, Одним из частых последствий этой инфекции будут проблемы с нервной системой, с психологией, с психикой человека, частые переутомления, депрессии, плохой сон, все, что объединяет понятие синдром хронической усталости. Итак, в первую очередь... Синдром хронической усталости ⁇ это следствие тех процессов, которые происходят в нашем организме под воздействием тяжелых стрессовых нагрузок. Многие врачи спорят, существует такая болезнь или нет такой болезни, но на сегодняшний момент синдром хронической усталости ⁇ это состояние. Это не нозологическая единица, то есть это не диагноз, но это состояние, при котором человек длительное время ощущает себя уставшим. Ощущение упадка сил, недосыпания даже после хорошего качественного отдыха. Для кого характерно это состояние? Синдром хронической усталости чаще всего характерен для людей, проживающих в мегаполисах. Это цивилизованные страны, развитые страны мира, и в большей степени подвержены люди таких профессий, которые связаны с общением с другими людьми. Это белые воротнички, это менеджеры высшего звена, это менеджеры среднего звена, это и учителя, и педагоги, и много-много других специальностей. И на моей практике меньше всего встречается синдром хронической усталости у людей, которые занимаются сельскохозяйственным трудом или физическим трудом на улице. Таким образом, практически 90% страдающих синдромом хронической усталости ⁇ это жители крупных городов, которые ведут ускоренный ритм жизни и чаще всего в неблагоприятной экологической обстановке. Каковы причины синдрома хронической усталости? Ну, в первую очередь мы должны говорить о, о хронических заболеваниях. Затянувшиеся хронические заболевания э, нарушают слаженную работу иммунной системы, снижают общую энергетику нашего организма. И приводит к перегрузке и переутомлению нервной системы. О чем идет речь? Я думаю вы наверняка можете вспомнить э, такое состояние когда утром бывает болит горло, першение в горле, заложенность носа которая быстро проходит, и то, что называется хроническим танзелитом, хроническим фарингитом, эти вещи нам довольно хорошо знакомы. И, к сожалению, мы на них мало обращаем внимания. А следствием такого вялотекущего хронического фарингита или танзелита может быть воспаление щитовидной железы, аутоиммунный тиреидит, при, который приводит э, к разбалансировке всей гормональной системы, как раз к быстрому переутомлению, к истощению всех сил, э, к апатиям и депрессиям. Дело в том, что вялотекущие хронические процессы – это мина замедленного действия для нашего организма. Второй момент – это психологические расстройства. Частые депрессии, стрессы на работе. Мрачные мысли, чувство тревоги, страха являются на сегодняшний момент вредоносными факторами для работы нашей нервной системы. У меня были такие пациенты, которые увлекались видеороликами на ютубе, где происходили ДТП, какие-то катастрофы, то есть очень много негативной информации. То есть поначалу это очень интересовало, возбуждало человека. Но в итоге это привело к бессоннице, к страхам по ночам, сердцебиению, чувству переутомления, упадку сил. Поэтому на сегодняшний момент очень важно заботиться не только об экологии вовне нашего дома, но об экологии, которую внутри нашего дома, то есть то, что мы смотрим по телевизору, то, что мы читаем в интернете, что смотрим на роликах в ютубе, это таким же образом влияет на наше самочувствие. Третий пункт. Неправильный образ жизни. О чем идет речь? К синдрому хронической усталости могут привести и постоянное недосыпание, нерациональный распорядок дня, Длительные перенапряжения, а также отсутствие отдыха. Многие мои пациенты, которые приходили ко мне на консультацию, это предприниматели, это бизнесмены э, с, с таким состоянием, говорили о том, что отпуска у них не было длительное время. Это может быть и год, и два, и три. Как правило, в течение этого времени усталость накапливается, и организм уже не способен достаточно быстро восстановить свои силы. Давайте вспомним распорядок дня ну, такого среднестатистического менеджера, который просыпается утром, выпивает чашку кофе, торопится на работу, садится в автомобиль, едет в офис в офисе закрытые помещения без доступа солнечного света. При этом, скорее всего, это не очень хорошая вытяжка, вентиляция. Весь день на работе с компьютером, даже, может быть, не с одним компьютером. И вечером также садится в машину, едет домой. И, конечно же, дома он ощущает усталость, вялость. Почему? Потому что весь день человек проводит при недостатке солнечного света. А это значит, что не вырабатывается витамин D. Витамин, который крайне необходим для нормальной работы нервной системы. Витамин D – это антидепрессант. А это значит, что нехватка кислорода, нехватка свежего воздуха приводит к тому, что нервная система, наш головной мозг, переходит в аварийный режим работы наступает такое явление, которое называется перекисное окисление липидов. Иначе говоря, такое состояние, когда при недостатке кислорода разрушаются клеточные мембраны, и нервные клетки становятся, работают в аварийном режиме. То есть они становятся раздражительными, агрессивными, слишком чувствительными. И такое состояние и приводит к, на, к нарушению работы всей нервной системы и к недосыпанию в том числе, к вялости, к апатии. И это всего лишь неправильный образ жизни. Следующий момент – это нарушение питания. Ну, давайте вспомним, как мы с вами кушаем, или вспомним своих близких, своих детей. Бывает очень часто, что мои клиенты увлекаются фастфудом. То есть, когда человек утомлен, когда он устал и не успевает восстановить свои силы в течение ночи или в течение выходных дней, ему хочется взбодриться, поднять свой энергетический потенциал. Самый простой, самый простой способ это сделать, это выпить чашку кофе. Плюс кофе Кола, шоколадки, печеньки, конфеты ⁇ это продукты, которые высокоуглеводные, которые дают нам быстрый подъем энергии. Но они вредно влияют на наше состояние здоровья. Если человек очень много употребляет сладостей, конфет, хлебобулочных изделий, макарон, скорее всего, мы столкнемся с недостатком цинка хрома, магния и некоторых других микроэлементов, которые необходимы для того, чтобы наша нервная клетка, наш, наша клетка, клеточки нашего организма восстанавливали энергетический потенциал. Эти микроэлементы они нужны для нормальной работы митохондрий. Митохондрии ⁇ это батарейка для нашей клеточки. И если митохондрии не дополучают этих микроэлементов, то наша клетка голодает. Ей недостаточно той энергии, которую она вырабатывает. И в результате нам хочется выпить кофе, взбодриться. И давайте посмотрим, что в цивилизованных, так сказать, странах мира в Европе, в Штатах 4, 5, 6 чашек кофе в день считается среднестатистической нормой. Но, друзья мои, это очень много. Это очень много. Плюс еще кола, это тот же кофеин. Плюс энергетики. Мы сегодня видим, как на рынке очень популярны энергетики. В том числе среди молодых людей, даже детей и подростков. И это вызывает крайнюю озабоченность у врачей, у физиологов, психологов и психотерапевтов. Поэтому можно сказать с уверенностью, что к синдрому хронической усталости прямое отношение имеет и нарушение питания. Фактор окружающей среды ⁇ неблагоприятная экологическая обстановка. Шум в городах не дает нашей нервной системе расслабиться, успокоиться, работать в нормальном режиме. Отсутствие солнечного света или если человек проживает в тех условиях, когда существует полярная ночь, приводит к тому, что нервная система работает в аварийном режиме, и человек длительное время ощущает упадок сил. Сниженный фон настроения, разбитость, вялость. И все это может приводить к развитию синдрома хронической усталости. Ну и следующий пункт, шестой, на мой взгляд один из важнейших. Здесь э, речь идет о том, что к синдрому хронической усталости прямое отношение имеют вирусные заболевания. Существует теория, согласно которой одна из причин возникновения такого состояния является вирус герпеса. Вирус апштейна бар вирус цитомигала, вирусная инфекция, ротовирусная инфекция. Кстати, коронавирусная инфекция тоже относится к этому семейству. Именно вирус герпеса очень часто, на мой взгляд, является причиной упадка сил, хронических головных болей, недосыпания, разбитости и апатии. Я с этим сталкиваюсь уже много лет на своей практике. И курс лечения препаратами ArtLife, такими как Аверол и Ункарин, всегда приводит к очень хорошим результатам. Я встречаю семьи, где считается, что у детей Герпес на губах это вполне нормальное явление. Герпес ежемесячно некоторые считают, это легкая простуда, которая сама пройдет и не стоит на это обращать внимание. К сожалению, некоторые врачи говорят, что это характерно для всех, само пройдет, существует у каждого в организме. И не стоит на этом заострять внимание и лечить эти явления, грепетические совершенно не обязательно. Я твердо убежден в обратном. Во-первых, герпес у детей не должен быть совершенно, абсолютно. И больше чем раз в году герпетические проявления у взрослого человека считаются очень частыми явлениями. На мой взгляд, это можно вылечить совершенно успешно с помощью наших препаратов, которые я перечислил, аверол и ункарин. И на моей практике всегда есть хорошие результаты. И человек избавится раз и навсегда от этой заразы, от этой инфекции, и будет здоров. И вот эти проявления, проявления синдрома хронической усталости очень часто проходят, когда иммунная система избавляется от этой инфекции. Что происходит в нашем организме, когда в ней, в нем, появилась герпетическая инфекция. Он медленно-медленно тратит наши силы, снижается иммунитет. В этот момент к человеку, к нашей иммунной системе, так, при снижении иммунитета появляется грибковая нагрузка, кандидозная нагрузка. Появляются нарушения микробиоты в кишечнике, паразитарные заболевания, и это все следствие снижения иммунитета. В результате снижение иммунитета приводит к нагрузке на гормональную систему, надпочечники, поджелудочная железа работают в авральном режиме. Именно эти гормоны помогают снять воспаление. В результате длительных воспалительных процессов э, они истощаются, и человек уже не чувствует той бодрости, той силы, которые были ранее. Итак, главным отличием... Синдрома хронической усталости от простого переутомления является тот факт, что после длительного качественного отдыха э, силы восстанавливаются и организм опять готов к работе и творческому и творчеству. А хроническая усталость, напротив, сохраняется э, даже при невысоких нагрузках и при хорошем качественном отдыхе и сне. Состояние вялости, слабости сохраняется длительное время. Давайте теперь мы с вами проверим себя, существуют ли у вас признаки хронической усталости. Первое, что я спрашиваю своих клиентов, это о том, насколько качественный сон у них. Именно бессонница является одним из главных признаков нездоровья нервной системы. Поэтому вам, вашим партнерам необходимо всегда обращать внимание, а какой сон у вашего клиента или у вашего партнера. Несмотря на чувство усталости и желание уснуть, бывает такое состояние, что человек не может спать не может хорошо выспаться и даже хороший 7-8 часовой сон не приносит легкости бодрости хорошего настроения а напротив даже в, даже глубокий сон очень часто ночью человек ощущает чувство тревоги, волнения, беспокойства, при том, что его никто и ничто не волнует и не беспокоит. И сон становится поверхностным. Итак, первое – это бессонница, важнейший показатель состояния работы нервной системы. Второй момент – частые головные боли. Конечно же, головные боли могут встречаться при сотне различных заболеваниях и состояниях. Но ни с чем не связанные головные боли, ни с перепадами артериального давления, ни с физическими нагрузками какими-то, это повод о том, чтобы задуматься о причинах таких головных болей. В свою очередь я могу сказать, причиной частых головных болей, неясных головных болей, также может являться гер герпетическая инфекция. И в том числе хронические болезненные ощущения в области шеи, в спине, в поясничном отделе позвоночника, на мой взгляд, очень часто связаны не с радикулитами, миозитами и заболеванием опорно-двигательного аппарата. Это причина вирусной инфекции. Почему? Потому что герпес поражает в первую очередь нервное окончание. И хроническое течение вирусной инфекции приводит к тому, что нервное окончание вызывает наше беспокойство. Болезненность, тянущее ощущение, ощущение мурашек, холода в спине. Очень часто это признаки того же воспалительного хронического инфекции, который связан с вирусом герпеса. Следующий пункт ⁇ это нарушение умственной деятельности. Хроническая усталость значительно снижает работоспособность нашего организма. Концентрация внимания снижается, а также нарушается творческая деятельность. И часто бывает, что взрослые, сильные, молодые люди теряют работу теряют карьеру из-за того, что сталкиваются вот с таким состоянием. Недостаток энергии, постоянное чувство усталости, слабости, апатии, желание уснуть э, и днем, и ночью, но при этом сон не приносит хорошего состояния и э, не дает нам бодрости и легкости. Это тоже один из признаков синдрома хронической усталости. Психологические расстройства, о чем мы говорили выше с вами. Эти люди очень часто подвержены депрессиям, плохому настроению, беспокойством, излишнему волнению, часто преследуют мрачные мысли, раздражительность, вспыльчивость. это один из признаков низкой энергетики нервной системы. Нарушение двигательной активности. Хроническая усталость может вызывать постоянные боли во всем теле. Вот о чем мы с вами говорили немножко выше. Боли в спине, в суставах, в мышцах, легкий тремор рук, мышечная слабость. При этом человек сильный и может э, с легкостью посещать спортзал. Но при этом э, он чувствует э, постоянные хронические болезненные ощущения в мышцах. Это один из важнейших признаков синдрома хронической усталости. И следующий пункт ⁇ это снижение иммунитета. Люди с, с таким состоянием очень часто подвержены простудам, хроническим воспалительным заболеваниям бронхолегочной системы, которые трудно поддаются лечению. Затем один из признаков ⁇ это... Появление температуры, субфибрильной температуры 37, 37,1, 37,2 без причины. Вечером, после нагрузки, после переутомления повышается температура. И при этом больше нет никаких явлений. Ни со стороны органов бронхолегочной системы, то есть ни каши, ни насморка, ни со стороны внутренних других органов. То есть такая температура появляется потом пропадает. И такое состояние может протекать в течение длительного времени, даже нескольких месяцев. И если вы обнаружили у себя более одного признака синдрома хронической усталости, то необходимо заняться своим здоровьем, ибо кто предупрежден, тот вооружен. Методы коррекции хронического перенапряжения. Но в первую очередь мы должны восстановить нормальный образ жизни. Сон, питание, двигательная активность и второе ⁇ это поддержка с помощью препаратов FARTLIFE. Итак, первое, что необходимо, это обратить внимание на свое питание, на диету. Как я говорил уже выше, очень часто мы хотим поднять свой энергетический тонус за счет быстрых углеводов, за счет кофе, за счет колы. И это приводит к тому, что на короткий промежуток времени, буквально на несколько минут, тонус организма, тонус нашей нервной системы усиливается, улучшается. Но это быстро приводит к истощению нашей системы, ибо потому что нашим клеточкам Важно получать полноценные продукт питания, то есть богатые микро-макроэлементами и витаминами. Здоровая диета – это диета, которая позволяет обеспечить наш организм всем необходимым. Очень часто, когда мы говорим о диете, мы понимаем, мы вспоминаем об ограничениях. При диете нельзя одно, второе, третье. Но для меня, как для специалиста, диета, в первую очередь, это расширение нашего стола. То есть важно расширить наше питание, наш образ жизни теми полезными веществами, теми полезными продуктами, которых нам недостаточно. Следующим пунктом комплексного воздействия является психотерапия. Здесь очень важно найти такого специалиста, которому самому не, не необходим психотерапевт. И, на мой взгляд, это довольно сложный процесс, довольно сложная задача. И я со своей стороны могу порекомендовать книги психотерапевта доктора Курпатова. А чаще всего я сталкиваюсь вот с чем. Мои клиенты... Очень часто, как и многие ваши знакомые, при плохом самочувствии обращаются к своему врачу. Терапевту или семейному врачу. Затем к кардиологу, к невропатологу, к эндокринологу. И далее к остеопатам, рефлексотерапии, пиявки и так далее, и так далее. Вплоть до колдунов и шаманов. И когда уже все варианты лечение, так сказать, испробованы, или по совету врача, или человек сам понимает, что ему необходимо обратиться к психотерапевту. Но очень часто бывает, что психотерапевт не хочет особо заморачиваться таким клиентом. Он видит, что человек физически здоров, и что такое состояние, как синдром хронической усталости, это совершенно не опасное и несерьезное заболевание. Выписывает ему антидепрессанты и отпускает. И очень часто мои клиенты приходят ко мне, когда они начинают пить фенозепам, атаракс и подобные препараты. Чувствуют себя они с них очень нехорошо вялость, слабость, апатия, еще больше. И вот здесь вот нам будет очень хорошо помогать препарат нейростабил. Прекрасно справляется с депрессиями, тревогами, беспокойством, бессонницей. И здесь вы, партнеры ArtLife, можете создавать очень успешную конкуренцию психологам и психотерапевтам, которые назначают сильно действующие препараты, рецептурные препараты своим пациентам. А я своей многолетней практикой могу подтвердить, что очень часто, практически всегда, я справляюсь с такими состояниями с помощью препаратов нейростабила и нейрокомфорт. Итак, следующий пункт. Надо восстановить хороший сон. Ибо о том, что мы... именно сон является тем состоянием, когда нервная система восстанавливается, когда наши нервные клеточки получают заряд. Именно во сне человек, помните, ребенок растет во сне, но и взрослый человек тоже во сне происходит работа. Память, долговременная память начинает работать именно во сне. Информация укладывается в подсознание, в долговременную память, именно во сне. И поэтому если человек плохо спит, если он ложится поздно спать после 11-12 часов ночи, то можно забыть о качественном сне. У меня были клиенты, которые ложатся спать в 2-3 часа ночи и просыпаются в 11-12 часов дня, но при этом они жалуются на то, что они постоянно не досыпают. Постоянно чувствуют усталость, разбитость, апатию, отсутствие энергии и желание вообще что-то делать. Полдня у них уходит на то, чтобы, так сказать, раскачаться, начать что-то делать. К тому времени уже наступает вечер, ночь, и все повторяется снова. И для того, чтобы прервать такой замкнутый круг, необходимо нормализовать свой распорядок дня, распланировать свой день. Когда мы просыпаемся, когда мы отходим ко сну, обязательно должны быть физические нагрузки, физические упражнения, желательно на свежем воздухе, прогулки пешие, на набережной, в лесу, это крайне необходимо для нормального, здорового работы и нервной системы, и иммунной системы в том числе. Обязательно отказ от вредных привычек. Но зачастую такие клиенты, которые столкнулись с синдромом хронической усталости, уже понимают, что и алкоголь, и сигареты, они не помогают абсолютно, а очень сильно вредят самочувствию. Но и быстрое питание, фастфуд, гамбургеры, выпечка, сдоба, то есть быстрые углеводы – это те же самые вредные привычки, от которых необходимо избавиться для того, чтобы восстановить работу своего организма. Занятие спортом обязательно помогает, улучшает кровообращение. А если улучшается кровообращение, это значит, что кислород попадает в клеточки нервной системы. Фитнес на даче. Один из лучших способов избавиться от синдрома хронической усталости. Ну и, конечно же, смена окружения. Путешествия, поездки на природу, лес, горы. Всегда очень хорошо помогает при перенапряжениях дают возможность нервной системе перезагрузиться, отдохнуть и восстановиться. Но что мы можем предложить из препаратов компании ArtLife? Это программа комплексной поддержки организма, нервной системы, иммунной системы, гормональной системы при синдроме хронического адаптивного перенапряжения. Задачи нашей программы. В первую очередь обеспечить полноценное питание клеток организма. Корректировка неврозоподобных состояний. Улучшить память, внимание, психоэмоциональное самочувствие. Снять депрессивные ипохондрические синдромы. Улучшить мысли. Улучшить... Убрать плохие мысли. Укрепить нервную систему. Укрепить сосуды глазного дна снизить проявление климактерических расстройств или предменструального синдрома. Итак, в первую очередь я использую в таком случае препарат нейростабил. Это один из моих любимых препаратов в компании ArtLife. Я могу с уверенностью сказать, что если бы компания ArtLife выпускала только один нейростабил, то можно было бы успешно с этим препаратом работать. Препарат нейростабил прекрасно помогает при бессонницах, перенапряжении, стрессах, обладает успокоительным действием, общеукрепляющим. Я его назначаю и маленьким детям, и школьникам с синдромом повышенной гиперактивности. И менеджерам, и пенсионерам в том числе, и, лю людям с, с, и людям с гипертонией, и с нарушением мозгового кровообращения. Один из лучших препаратов в компании ArtLife и лучших препаратов, которые есть сегодня у нас на рынке для поддержки работы нервной системы. На мой взгляд, это формула вне конкуренции. Никакие аптечные препараты на сегодняшний момент не могут сравниться по составу, по богатству состава с нейростабилом. И воздействие этого препарата на организм направлено на совершенно разные звенья. Это и поддержка нервной системы, это поддержка гормональной системы, это и улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Я очень часто использую... Были такие случаи, когда ко мне обращались родители подростков, у которых появи... появлялись приступы эпилепсии. Это очень тяжелое, можно сказать, даже серьезное заболевание, которая очень часто в подростковом периоде вдруг появляется на фоне сильного переутомления. Не секрет, что наши подростки на сегодняшний день подвержены высочайшему стрессу и в школе, и увлечение компьютерами, социальными сетями, длительное время проводя в интернете перед электронными устройствами, приводит к тому, что нервная система истощается, и вдруг в какой-то момент так сказать, пробки перегорают, и появляется такое тяжелейшее заболевание нервной системы, как эпилепсия. И казалось бы, на фоне абсолютного благополучия, здоровья, физического, психологического, вдруг случается такое несчастье. И, конечно же, всесторонние исследования МРТ головного мозга, энцефалограммы головного мозга необходимо проводить. И здесь родители и врач встают перед выбором, приходится назначать препараты, противоэпилептические препараты, которые приходится принимать длительное время, а это значит годами. Но у меня были несколько случаев, когда я назначал препарат нейростабил, райс, лицетин. И мы прекрасно обходились без препаратов против эпилепсии. И этих детей я знаю, наблюдаю несколько лет эти семьи, и, слава богу, больше такие приступы не повторялись. То есть речь идет о том, что необходимо поддержать нервную систему, снизить уровень возбуждения, снизить уровень высокого стресса и дать возможность нервным клеточкам восстановиться. И здесь нейростабил ⁇ один из самых прекрасных препаратов, с которыми вы можете прекрасно работать и создавать конкуренцию многим препаратам, которые продаются сегодня на рынке и которые выписывают врач-психотерапевт. Следующий препарат, один из мною любимых и часто назначаемых, это нейрокомфорт. Я думаю, вы его уже прекрасно знаете. Это комплекс с сельтианином, который необходим для поддержки эмоционального фона. Содержит растительные антидепрессанты. Такие вещества, которые помогают нашему организму вырабатывать наш собственный серотонин. Серотонин, я думаю, вы прекрасно знаете, что такое. Это такой медиатор нервной системы, такое вещество, которое помогает нам расслабиться, чувствовать дает чувство радости, успокоения. И именно недостаток серотонина приводит к клиническим депрессиям. И когда вследствие Чрезмерного перенапряжения. Возможно, это очень ответственная работа. Вследствие хронического недосыпания, то есть многие люди работают в ночные смены, вследствие мозгового кровообращ... нарушений мозгового кровообращения, то бишь инсультов, количество серотонина уменьшается. То есть наш головной мозг не способен вырабатывать столько вещества, сколько это необходимо. И здесь необходимо уже помогать организму извне. И врач-психиатр или психотерапевт назначает препараты, которые называются антидепрессанты. Это те вещества, те препараты, которые задерживают серотонин в нашем организме, и помогают таким образом нервной системе справляться с стрессами. Но это сильно действующие вещества, это рецептурные вещества, и употреблять их без назначения врача крайне опасно. А у нас есть препарат нейрокомфорт, который способен помочь нашему организму вырабатывать свой собственный серотонин за счет Грифонии за счет пасифлоры, за счет зверобоя. Они снижают раздражительность, апатию, слабость, плаксивость и поддерживать нормальный психоэмоциональный фон. Конечно же, применение нейростабила и нейрокомфорта в таких случаях э, должно быть длительное. Курс от 2-3 э, месяцев до полугода и более но это в первую очередь дает очень хороший результат. Во-вторых, нет побочных эффектов. Эти препараты можно применять и молодым людям, и детям, и студентам, и пенсионерам, не волнуясь за какие-то последствия со стороны нервной системы или как они могут сказаться на печень, потому что все препараты, которые назначают психиатры, психотерапевты, очень негативно влияют на работу нашей печени. Ну и необходимо сказать о том, что, как это ни странно, но серотонин, медиатор нервной системы, на 70% вырабатывается, где бы вы думали, в нашем кишечнике, именно за счет клеточек которые расположены по ходу кишечника. Клеточки эти очень похожи на клетки нервной системы. Именно за счет этих клеточек вырабатывается большая часть серотонина для нашего организма. Поэтому старая поговорка ⁇ Путь к сердцу мужчины лежит через желудок ⁇ во многом имеет действительно физиологическое обоснование. И для того, чтобы эти клеточки нервной системы, которые располагаются в кишечнике, вырабатывали достаточное количество серотонина, нужно, чтобы наш желудочно-кишечный тракт работал как часы. Если у человека Проявляются такие диспепсические явления, как вздутие, повышенное газообразование, нарушение стула. Это говорит о том, что, это говорит о том, что кишечник работает неправильно. Мы уверенно можем говорить об интоксикации, мы можем уверенно говорить о том, что микробиота этого организма работает неправильно, и поэтому очень часто у людей, которые страдают такими расстройствами, мы видим и депрессивный фон, и, и апатию, и отсутствие вообще какой-либо активности. И для того, чтобы восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта, нам в первую очередь необходимо озадачиться, как живет и как себя чувствует микрофлора нашего кишечника. И здесь прекрасный помощник для нас – это препарат пробинорм, который помогает восстановить микрофлору нашего кишечника, эффективно справляется с дисфункцией системы пищеварения и с помощью пробинорма мы восстанавливаем микробиоту, которая помогает преобразовать аминокислоту триптофан, которую мы получаем с продуктами питания из таких продуктов, как сыр, творог, молоко, в тот самый серотонин, который крайне необходим для нормальной работы нашей нервной системы. Итак, препарат пробинорум необходим После антибактериальной терапии обязательно. В составе терапии дисфункции пищеварения, при язвенной болезни желудка, снижение кислотности желудочного сока, при панкреатитах и холециститах, при дискинезии желчеводящих путей, обязательно при анемиях, B12, фолиевая анемия, при заболеваниях печени, Uh, то есть этот продукт, который необходим практически всем нам для того, чтобы поддержать работу желудочно-кишечного тракта в нормальном уровне. И еще один препарат Мемельрайс, который я уже упоминал, это тот препарат, который улучшает работу нервной системы за счет улучшения кровообращения, повышает концентрацию внимания, прекрасно справляется при переутомлениях, нагрузках. Промеж себя в нашем сервисном центре мы называем препарат Memory Rise препарат для учителей и педагогов. Очень часто я его назначаю э, нашим любимым учителям, потому что, конечно же, нагрузки в школе очень высоки. И они не только ложатся на учеников, но и на педагогов в том числе. И поэтому Memory Rise очень хорошо используется мною и для подростков, и для школьников, и для студентов, и для педагогов в том числе. Я рекомендую использовать этот комплекс с марта месяца для того, чтобы успешно сдать экзамены нашим школьникам. Не секрет, что нагрузка очень большая что сдача экзаменов, что ЕГЭ – это сильнейшее потрясение для школьника и для абитуриента. И для того, чтобы нервная система не дала сбой вдруг, я рекомендую препарат Memory Rise и Neurostabil обязательно использовать для того, чтобы успешно сдать выпускные экзамены и, конечно же, вступительные. И начинать это надо с марта-апреля месяца обязательно. И еще один прекрасный комплекс Discovery. Богатый комплекс с э, витаминами, микроэлементами, которые обеспечивают практически 100% наш организм теми необходимыми веществами, которые нам нужны. Первая таблетка это... Витамины и минералы, растительные экстракты, которые участвуют в физиологических процессах и обеспечивают наш организм в хорошем тонусе. И вторая – это узкоспециализированные витамины и вещества, которые необходимы для мужского организма – это комплекс Discovery Сила, для женского организма – это комплекс Discovery Очарования и для ребенка, для подростка. Этот комплекс произведен по новейшим технологиям, в котором используется матричный синтез или матричная таблетка, где каждая таблетка состоит из нескольких типов гранул с различными действующими веществами, которые высвобождаются в нашем желудочно-кишечном тракте, там, где это необходимо. Это VIP-комплексы. Таким образом, комплекс Discovery представляет собой целую систему э, веществ, витаминов микроэлементов с пролонгированным действием, которые выделяются в том количестве и в то время, когда это необходимо. Каковы показания к применению комплекса Discovery в качестве общеукрепляющего средства при всех авитаминозах? снижение функции иммунной системы, частые простуды, на этапах выздоровления после перенесенных заболеваний, после операций, хирургических вмешательств, при заболеваниях нервной системы, стрессовых нагрузках, конечно же для спортсменов, для профилактики онкологических заболеваний и в том числе как хороший способ поддержки организма после химиотерапии или лучевой терапии дает прекрасные результаты повышает количество лейкоцитов и гемоглобина итак результатом программы поддержки организма и нервной системы мы увидим Ежедневное хорошее самочувствие. Высокий заряд энергии, желание двигаться, развиваться, творить. Нормализуется, нормализуется сон, ощущается приятное пробуждение, легкость, бодрость, стабилизируется психофизиологическое состояние. Человек чувствует радость, удовольствие от жизни. Хочется двигать, работать, творить получать радость от жизни, улучшается либидо, повышаются, улучшается, замечают ваш хороший внешний вид, хорошая кожа, волосы, крепкие ногти, улыбка. Это все свидетельствует о том, что вы здоровы, счастливы и благополучны. Таким образом, друзья мои, я вам всем рекомендую проходить комплексную поддержку и коррекцию синдрома хронической усталости, проходить программу очищения, программу поддержки организма и нервной системы, контролируйте стресс и используйте продукты компании ArtLife для того, чтобы быть счастливыми, здоровыми, крепкими. Будьте здоровы, будьте счастливы, берегите своих близких. С вами был Дмитрий Козляев. Спасибо!